Да, кофе как-то не очень легко оттирается. Паша драет курточку. Драет сухой. Отсушивает курточку свою. Зайка что делает? Мистер подумать. Вот здесь мы переночевали первую ночь. Попольше. Километров от границы. Беларусь, и это Альпы. Это Альпы. Самый лучший чел. А? Да, горы. Горы — это классно. Добрались таки. Сколько? 2000?
пофоткаться. Офигеть! Чем выше, тем круче. Ну, это, по-моему, уже круто. Да, по колодке воняет вообще. Колодка? По-моему, резина. Колодка. Зая, ты установил эту штуку? А? Свою камеру установил? Нет. А почему? А надо? Да, да. Сейчас тут. Она все тут.
снег лежит. Классно. Так. Так, я не помню, когда я засунула. Но сегодня обед. Охренительно. Я не помню, ну как, 906 вроде как, или надо узнать. Просили снимать людей, я и снимаю людей. Снимаю других людей. Так, Колизей, это так. Там, понимаешь?
на ванчах. Они вот этот кусочек сделали вот как старый, как он был. C'è stato fatto un chierico e poi c'è stato detto consegnare il rosario per amare e conoscere Gesù Cristo. Questo per noi è stato... E nei momenti in cui facevate questi incontri, queste preghiere? I frutti che vedevamo era una dolcezza, un'intimità con Gesù Cristo, col Santissimo, e soprattutto ci ha dato la forza, insieme alla piccola comunità, a poterci sposare, perché era un passo importante. Cioè... Пойдем за ним. Пойдем. Пойдем.